Друзья, всем привет, мы с вами продолжаем играть в игрушку Fable Dom. В предыдущей серии мы с вами обзавелись вот таким вот огромным зданием, называется оно посольство, и теперь мы можем выполнять разные квесты, которые выдают нам с вами другие повелители разных держав, но пока что мы на это дело особо внимания не обращаем, потому что выполнить нам банально там нечего. Также в комментах мне кто-то написал, что вот этого вот островка, полуостровка, вообще не хватит на то, чтобы построить там замок. Я не знаю, насколько он будет огромный, но, видимо, он будет очень огромный. Поэтому я здесь, пожалуй, пока что застраивать ничего не буду, подождем. А там уже будет видно. Также мы с вами двигаемся дальше по квестам, связанным с нашей любовью. Второе свидание Виннифред. Выполните задание второго свидания с Виннифред. Выполните задание 5. Угу. Что? Ладно. Видимо, надо у нее выполнить квесты, судя по всему. Ну, легко сказать, выполни, а ты выполни. Не, на самом деле это не так уж тяжело, нам сейчас нужно банально обучить войска, чем мы уже, кстати, начинаем по чуть-чуть заниматься. Здесь двое, и все, да, это все. Серьезно, а что так мало? Ладно, потом займемся. Также у нас выросло наше поселение, теперь мы стали маленьким городом, что очень хорошо. И мы теперь вроде как даже можем производить вино, или что-то в этом духе, я уж не помню. Вроде не вино мы можем производить, а виноград. Да, виноградный сок, отлично. Давайте-ка займемся, я хотя бы одну, но поставить хочу. Рабочие крестьяне обязательно. Что у нас вообще в плане еды? У нас не хватает рук, да, рабочих. Рабочих и рук очень мало. Давай тогда займемся в первую очередь домами. У нас тут все живут. 2, 0, 0, 0. А, так у нас нет, у нас не так, чтобы проблемы с домами. Хотя, конечно, людей понадобится много. Учитывая, что я буду еще войско сегодня нанимать. Да, надо еще домики поставить. Нужно плюс нужно. Давай поставим еще дома. Обязательно. Только как-нибудь покрасивше это дело все надо делать. Вот так вот, не знаю. Бэмс. Темс. Бэмс. Пойдет. Тут. Тут по старинке делаем. Как бы тут делал такое. Вот так вот. Отлично. Круто ты, конечно, туалет поставил. Ничего не скажешь. Во, так можно. Также давай проведем здесь с вами дорожку. Сюда, сюда. И вниз. У нас, кстати, теперь еще появилась возможность добывать вот эту вот жижу. Поэтому давайте мы прямо сейчас купим вот эту территорию. Я все равно хотел это сделать в ближайшем будущем. Так что почему бы сейчас этим и не заняться. Только я не знаю, что именно за постройка эта такая появилась у нас интересная. У нас же, кстати, вон еще таинственная шахта появилась. Ее надо строить, наверное, где-то вот тут вот. Что-то мне подсказывает. Потом все это дело надо будет ограждать полноценным чистоколом. Да, скорее всего. Скорее всего, да. Ну, дорого пока не будем этим заниматься. Может, в следующей серии. А, он еще, он какой большой театр появился. Ничего себе. А, я же еще, кстати, хотел банк сделать, точно. В банке мы сможем менять, сколько налогов должны выплачивать нам наши граждане. Я считаю, это крайне важная вещь, поэтому банк мы поставим с вами вот тут. Налоги — это святое. Так что да, давайте так и сделаем. Ну а тут еще по ивенту вот тут тролль стоит, но нам надо с вами величие полутать, которого, естественно, у нас, увы, ах, но нету. Так, я сейчас назначаю сюда крестьян работать. Ну и пока, наверное, на этом все. Давайте лучше глянем, что у нас, где точнее находится производство фиолетовой... Во, фиолетовая жидкость. Производит яркую жидкость, используя виноград, зерно. Чё-чё? А кого? А зачем она нужна вообще? Ага. 400 монет, кстати, стоит. Это много. О, давай построим. Давай построим. Он, кстати, дебафы дает. Не зря я глянул тогда, получается. Ну, давай вот здесь построим. Почему нет? Я так понимаю, тут домики уже не особо захотят ставиться, да? Ну, в плане... Кто бы захотел жить рядом вот с этой жижей? Я вот не особо хотел бы жить. То же самое, что рядом с заводом жить, да?
скорее всего. Давай еще тут домик забахаем. У нас тут колодец не дотягивается, да? Ну, колодец можно еще вот тут поставить, в принципе. Почему нет? Нет. Давай лучше вот тут. Отлично. Так, ну по чуть-чуть по мальца двигаемся. Что еще случилось? Принц, мы хотим организовать соревнования кузнецов, но вооружение производить очень недешево. Вы не могли бы выступить спонсором соревнования? Произвести 8 вооружения. Мы получим за это дело величие. Давай попробуем. У нас вроде как тут работают пацаны, да? Да. А где у нас? Почему он не тренируется? Давай-ка мы его отправим. Не знаю, чем он занимался все это время. Но пелено не тем. А, он, видимо, у нас где-то в городе, да, все это время стоял, да? Ага, вон он идет. Понятно. Так, банк строят, все строят. Доход у нас довольно-таки неплохой. Блин, офигеть, смотрите, какое у нас королевство так-то огромное, на секундочку. Да, вот здесь пустовато, согласен. Надо будет здесь что-то как-то, чего-то, зачем-то, да. Надо будет здесь что-то сделать определенно. Вот эти штуки я вообще потом все снесу. А то много тут еще жилка? Ой, офигеть. Я просто хотел бы здесь полноценный чистокол. Ой, чистокол. Я бы хотел здесь полноценную эту поставить. Скажите, оборону. Ну, в плане стены, все дела, вход, ворота, тудым-сюдым. Надо будет как-то подумать, как это грамотно сделать. Но пока история, к сожалению, умалчивает у нас тут. Так, получается, здесь слот еще и здесь слот остается свободный. Но с едой, надеюсь, проблем больше не будет. То есть сейчас еды у нас более чем должно быть достаточно. Я очень на это надеюсь, потому что если нет, это плохо. И опять, вот видите, я переделал, да, добычу дерева. Она добывается у нас в другом месте. Но все равно я уже сюда достраиваюсь. И скоро это место будет чуть-чуть подзабито. Да. Постоянно надо двигать. Так, а что это такое? Отшельница. Мечник. А, мы же одно задание пошли выполнять с вами, как раз таки на глобальной карте. Я туда одного мечника отправил по приколу. О, нам 200 овощей дали. Слегка положительное влияние на отношения с сэром Пейном. Отлично. Отлично. А тут у нас обучились? Обучились. Давай глянем тогда, какие есть задания. Нам надо вот у нее, я так понимаю, их выполнять, да? А, тут надо минимум 8 и 8? Офигеть. Ну это жестко. Я себе такого позволить не могу. Тут награда не очень. О, вот тут награда хорошая. 60% шанс. Герой обучается в данный момент. Сколько у него процентов? А, так он только недавно 4-й апнул. Давай отправим их на то задание. Там награда хорошая, больно. Начать задание. 66% шанс, что мы сможем с вами победить. Раймон организует шоу талантов и, само собой, сам надеется на победу. Но если в жюри будет ваше войско, результат может быть более благоприятным. День соседа. Ну, давай отправим. Попробуем. И раз там с 50% повезло, я надеюсь, и 60% повезет. Единственное, что плохо, у нас тут через 9 дней провалится 100% вот это задание. И мне главное раньше вот это не выполнить, иначе я и это величие провафляю. Будет плохо. Надо следить за всем этим делом. Так, домовладение построено. Хорошо, хорошо. Колодец построят, надеюсь, все будет отлично. Ну-ка. А, герой все ушел. Кстати, что интересно, герой ушел. Угу. Но баф все равно есть. Странно, да? Ладно. Да, у нас очень много зерна. Я что-то прям, что-то чуть-чуть перестарался. Есть такое, да? Как будто чуть-чуть перестарался самым малым зерном. Ну, бывает, бывает. Ничего страшного. О, банк поставили, смотрите. Быстро они. А, банки налоги. Когда банк укомплектован, у вас появляется возможность менять налоги, уплачиваемые подданными. Размер налогов влияет на счастье подданных. Управлять налогами можно в меню статистики на вкладке финансов. Ну а сюда работяг назначить.
А я так понимаю, у меня все работяги уже назначены, скорее всего, да? Я могу здесь по одному убрать, мне же не надо так много. Вот так сделать. Для открытия требуется заполнить все ячейки. Блин. Прям все-все ячейки. Давай отсюда уберу. Так, и что дальше? Я, получается, должен зайти в меню статистики. Финансы. О! Ага. И теперь я могу полоску... Ой. Доход увеличивается на 100. Блин, из-за этого один крестьянин теперь только? Да ладно, из-за того, что я вот сейчас вот этот вот мув сделал, у меня только один крестьянин присоединился. Да я неплох. Кстати, вот тут не сильно падает, да? Ну, я думаю, мы не будем менять. Я не то, чтобы прям сильно в деньгах-то на самом деле нуждаюсь. О, ну-ка, задание выполнили, не? Скажи, что да. Пожалуйста. Ага. Выжившие два. Там погиб кто-то. Отлично. Задание выполнено. Вы получаете 60 угля, 80 досок, 300 монет, 80 хлеба и 40 каменных блоков. Балдеж. Крайне отрицательное влияние на отношения с Раймоном. Да вообще плевать, я такие бафы залутал. Давай мы, естественно, с ним... О, кстати, можешь зерно как раз им отправить? У меня его очень много. Еще два ивента. Военный рейтинг. Пришло время выяснить, чья армия сильнее, на чем основана наша оценка. Что ж, на тщательном сравнении военной силы каждого королевства. И разумеется, хотя конкретные источники мы предпочитаем не раскрывать. Из 9 регионов мира вы на 7 месте. Ну, это понятно, я особо не занимался, но тем не менее мы свою копейку лутаем. Еще одно. Мы ищем правителя, достойного нашей службы. О, это люди пришли к нам. А, два мечника присоединятся. Блин, вот это нам не помешает. Давай за деньги наймем двух мечников. В итоге плюс один. Мы одного потеряли на задании, одного вернули, да? Пойдет, я доволен. Так, подождем, пока он становит хп свое. Этих давай сюда отправим. Отлично. Ну все, мы очень много ресов залутали. Прям дофига мы ресов залутали на самом деле. О, насос еще сделали для жижи вот этой. Но нам надо виноград найти. Ой, найти. Начать производить. Найти-то, блин, тут дело такое. А вот начать производить виноград. Виноградники. Виноградники. Так. Есть ли смысл где-то здесь ставить? Сколько там их можно? 40 штук. Я понял. Да, виноградники очень большие. Я бы, кстати, мог где-то вот здесь еще купить одну провинцию. А, или, кстати, ну-ка, погоди, сейчас я, кажется, не знаю, что мы сделаем. А, кстати, да, они не жалуются на то, что тут эта штука, видите, замочек, им плевать. А вот это горожане, и горожанам почему-то плевать. Из-за того, возможно, что не работает, кстати, да, возможно, из-за этого именно. А, здесь еще обязательно должен горожанин работать. О, как. О, как. Че, может, тогда начнем новый райончик пилить? Я вот здесь как раз-таки уже по чуть-чуть поднаметил себе. Потому что я замечаю, что мне начинает, ну, не хватать, не хватать. Я вот здесь думал райончик сделать. Как думаете, хороший? Я думаю, да, хорошенький получится. Очень хорошенький райончик у нас здесь выйдет. Давай здесь и поставим его. Вот такой минимум, да? Сколько? 19... Ну, давай даже вот так сделаем. Думаю, достаточно будет. Так, получается, ставим один здесь торговый движ. Движ. Отлично, здесь второй. Да, не очень что-то выходит, на самом деле.
Их надо обязательно ставить вот тут. Плюс вот тут получается. Этот сносим. Этот сносим. Надо же просто, чтобы они все задевали по-хорошему. Во, так видите, прям все задевает. Блин, на самом деле хотелось бы его немножко в другую сторону перетащить. Давай еще попробуем все-таки как-то по-другому. Просто там у меня территорию не хочу покупать пока. Во, вот так давай сделаем. Во, отлично. А, здесь можно вход один. Можно даже вот так квадратом сделать. Я думаю, никто особо против не будет. А можно даже, кстати, вот такой тройной входик. Хоть какое-то разнообразие в этой жизни. Отлично. И вот так вот уже тут, да, делаем, наверное. Да что ж ты не так все ставишь-то? Угу, угу. И вот так получается еще напоследок. Итого 10 домов из 12. Ну вот я, блин, так и думал, что будет. Можно еще внутри по домику поставить. В тесноте да не в обиде, правильно? Вот так вот. Ну, хороший райончик, на самом деле. Блин, мне очень нравится, как в этой игре сделана вот эта вот городская, да, движуха с домами. Прям очень круто, мне, я прям балдюю. Можно еще красивее сделать, да, с одной стороны, я очень банально делаю, я это понимаю. Но даже так, в общей картине, в итоге, это будет очень красиво смотреться. То есть, то, как будет выглядеть город, мое почтение. Это прям будет очень красиво смотреться, я уже это знаю. Прям балдеж из-за этого ловлю какой-то. Какой-то прям балдюш. Так, давай сделаем здесь вот так, наверное. Отлично. Так, и немножко ускоримся давай. С едой у нас вроде проблем быть не должно. Мясо есть. Ну, 11-й день зимы. Да нормально переживем, надеюсь. Хорошо все будет. Так, назначим пока здесь везде работяг. Так, надо еще на насос назначить. А, задание все-таки провалил. Куй пока горячо. Очень уж медленно, да, он производит. Обидно. Обидно, но что ж поделаешь. Так, я хотел бы освободить здесь какого-нибудь работягу, горожанина. И назначить его вот сюда. Посмотреть, что по дебафам будет в итоге. Да, видите, им не нравится. А если им не нравится, то мы можем здесь, по сути, начать производить виноград. Логично? Логично. Это гениально, я считаю. Так. Так, у меня есть только вопрос по поводу дороги. Могу ли я ее тут провести? Не могу. Плохо. Придется вот так вот сделать, да? 39. Блин. Я, кстати, могу вот так тогда сделать. Тоже красивенько. Во. Балдеж? Ну, как будто балдеж. А, и здесь же, наверное, мы поставим сами сокодавильню. И амбар еще. Так, еще что-то случилось. Знатный улов. В воде заметили какое-то гигантское существо. Может, если очень-очень постараемся, то даже сумим его поймать. Мы не особо представляем, что будем с ним делать потом, но давайте не заглядывать так далеко в будущее. Так. Постройте домик рыболова и соберите 50 рыбы. Дай-ка попробуем выполнить это задание. Я прямо здесь, кстати, домик этого рыболова поставлю. Да. Ставим приоритет.
Ваш советник по жилищным вопросам настаивает на том, что чтобы мы впускали в королевство всех до единого. Нам нужно расти, расширяться. Ну что, распахнем двери перед всеми желающими. Принимайте всех поселенцев в течение 90 дней. Да я так и делаю, почему бы нет? Блин, хорошее задание, кстати, пошли, да? А, смотри, задания выполняются. Я думал, надо именно ее задание выполнять, но, как видите, нет. Это вообще все учитывает, да? Это хорошая новость. Это очень хорошая новость. Сейчас поселенцев у нас будет все больше и больше. Еда сейчас тоже попрет потихой. В общем, живем. Живем, балдюем. Так, что меня сейчас еще может заинтересовать? Да, наверное, пока ничего. Склад пока не забивается. Здесь все работают. Пшена у нас достаточно. Всего достаточно. Да, овощей мало, но это потому, что была зима. Сейчас она начнет пополняться все. Соберите рыбы. Тут сейчас все сделают. Кайфуем. Блин, вот обидно, что нельзя снести. Где? Вот эту штуку нельзя снести. Даже если убрать работника, все равно снести нельзя будет. Это очень печально. Хотя у меня уже вот такие есть, да, казалось бы. Крутые штучки, но все равно нельзя. Нам бы еще, наверное, одну больницу поставить. Я что-то часто замечаю, что у нас много подданных болеет. Дай-ка гляну. Нужды. Болезнь. Раз, два, три. Четыре. А, не, ладно, все не так плохо. Я думал, у меня вообще половина болеет. А там всего 4 человека болеет. Из 170. Ладно, тогда нормально, нормально. Тогда пойдет. Я смогу же задание выполнить это? Что-то не прям долго, да? Плохо. Так, давай еще здесь амбар поставим заодно. Сокодавильню. А тут что ставить? Я могу тут еще потом виноградники и еще сокодавильню поставить, кстати. Ясно, то дело пошло. Почему нет? Так, трудные выдались времена. Мы изо всех старались раздобыть еды, но все тщетно. Мы слышали о вашем добром сердце. Ну, сердце хоть у меня и доброе, но я бомж, поэтому извините. Ну ладно, главное, что минус не уходит, плевать. Вон какие поля с пшеницей большие, красивые, сочные, вкусные, да? Так, давай-ка я это закрою. Деньги закончились, увы. Увы, деньги заканчиваются. Долго-долго что-то строят, прям очень долго. Хотя народа работает у меня очень много. Проблем, казалось бы, быть и не должно с этим. Так, давай-ка вернемся пока к нашему вот этому району. Во-первых, мне надо здесь поставить колодец. Колодец, колодец, колодец. Можно прямо здесь, кстати. Некрасиво. Отлично. Блин, тут что, плохо, да? Вот эта вот железная жилка. Отвратительно. Вообще не в тему она тут. Она тут вообще не в тему. Давай сделаем вот так, вот так. А, что вот здесь добавить? Сестерия пока умалчивает. Давай глянем. Что есть? Так, что у нас есть? Аж, кстати, еще здесь арки вот эти не добавил нигде, да? Вот здесь ее, в принципе, не добавить нормально. Как там? Ну, здесь можно попробовать. Но она здесь не полная будет, да? Не, ладно, арки не будем добавлять, думаю, пока. А вот что будем? Кстати, я же хотел начать нанимать еще войска. Это, получается, два. Сколько у нас сейчас? Где глянуть? У нас один. Давай до четырех. Пока, я надеюсь, хватит. Очень надеюсь, что хватит. Что игра подлагивает. Почему подлагивает? Серия умалчивает. Так, каменные мосты.
Так-так-так, что у нас тут есть? Так, у нас что-то случилось. Отлично, меня отвлекают. О, опять этот тип перешел, Фавен. Но нам надо вот эти два задания выполнить обязательно. 4 дня, 30 рывы. Ну, ясно, понятно, конечно. Все с тобой понятно, ясно. Не смогу я выполнить задание. Увы. Но вот это можно. Но оно долго тоже выполняться-то будет. О, достигнута новая ступень. Мы стали полноценным городом. Теперь 170 монет отсылаем. Получаем 700. Главный зал дворца теперь появляется. Терракотовая дорога. Стена каменная. Баллиста, пушка и мортира. Нифига себе. Жестко звучит. Звучит очень жестко. Давай глянем заодно тогда. А, это типа основание замка. А там уже... Ну да, правильно, там кто-то написал, что он прям очень большой будет. Ну-ка, давай затестим. Он прям настолько... Сколько плиток? 200? Да, в смысле? Серьезно, настолько большое? Офигеть. То есть вот такие вот тут всякие постройки, да? Пристройки, я бы сказал. Не, ну это прям какие-то гигачадовские тут, конечно, движухи происходят. Хотя, если подумать, то как будто бы все это можно там уместить, на самом деле. То есть все вот эти постройки, я вот сейчас на них смотрю, и я понимаю, что я как будто могу это сделать. И чтобы это еще красиво было. 10 тысяч, я того все. Сколько там, 800 железа? Ладно. Ладно, мы с братом заключили пари, что моя страна соберет больше камня, чем его. Я уже не помню, с чего сыр-бор и что именно я хочу этим доказать, но не хотелось бы ударить грязь лицом на следующей встрече всей семьи. А, собрать 40 камня. Вообще без проблем. Вообще без проблем. Так, тут строительство идет, меня отвлекли, да? А, вспомнил, что я делал. Ищем с вами... красившество. Красившество. Так. Давай эту штучку поставим. Вот эту штучку поставим. И, наверное, между ними. Чтоб такого нафигачить тут. Чтоб в тему было. Можно большое дерево, кстати, бахнуть. А давай, немножко зелени в городе, что же надо, правильно? Мне только надо было заранее все это дело, наверное, погоди. Надо было сначала все это дело вот так вот сделать. Во. Ой, думаю, красиво будет довольно-таки. Так, а с водой проблемы тут строят, все будет хорошо. Сколько у нас безработных? 4 человека. Ладно, давай сюда назначим. Одного в амбар, да даже двоих давай. А, вот мне надо на винограднике же людей еще. Давай пока с амбара одного уберу. И на винограднике наконец назначу. Нам надо еще вот этот тогда участок покупать, да, раз на то пьянка пошла. До замка нам еще долго, нам надо будет, во-первых, купить здесь два участка, они же квадратами идут, то есть вот этот и вот этот участок надо будет купить обязательно. До этого пока еще дожить надо. Тут история умалчивает. Ну, пока идем неплохо, очень неплохо. Деньги есть, доход, конечно, да, сильно просел, но мы сейчас семья очень много откидываем. Одно из хранилищ заполнено. А тут что ли? А, вон все там. Начали таскать. Блин, мне бы поторговать с кем-нибудь. Торговля. У меня всегда очень много камня. Я бы хотел его продать, если честно. Но мне правда столько не надо. Хотя бы соточку я хочу продать.
А тут можно написать нормально? Окей, давай 500 монет. Не согласен. 300 монет. О, согласен. И давай чуть-чуть увеличим. Ну, ладно, хорошее соотношение. Хорошее, я думал, хуже будет. Пойдет. Приложить сделку. Отлично. Продали немного камня. Также давай глянем, что за задание у него есть. Награда, ага. Тут что за задание? Тут, кстати, хорошая награда. А у нее что за задание? А, это то самое тяжелое. Второе свидание называется. Давай сюда лучше отправим. А, так сюда даже толком отправлять никого не надо. Хотя бы одного подданного. Давай вот так. Вообще изи задание. Давай тогда и сюда еще заодно отправим. Тоже, видите, 100% шанс. Лишь бы никто не погиб. Ты как себя тут чувствуешь? Я давно к тебе, кстати, не подходил. Балдюешь? Корнелиус. Вроде балдюет. А чё у меня игра-то сегодня подлагивает? Что-то с компом, видимо, опять. Блин, как мне этот комп заколебал? Надо уже новый собирать. 100 лет хочу. А, нет. Только не это. Опять она сейчас... Сколько это? 10 дней будет? Ну, что поделать? Ну, ладно, давай. Увы, все скелетами стали. Они сейчас еще еды много кушать будут. Голод поданных удвоен. Увы, увы, плюс увы, плюс увы, увы. Увы, получается. Ничего поделать, вот я что, я ничего. Так, кстати, виноградик-то у нас раз, вот такие вот лозы красивые. Балдеж. Давно, кстати, винограда не ел, надо будет купить как-нибудь. Тоже вот что-то. Скелет на лодочке, ебать, орнул. Неплохо, неплохо выглядит. Так, давай мы назначим сюда оставшееся количество тогда людей еще дополнительно. Крестьяне, кстати, почти все уже заполнены, что интересно. Надо новые дома ставить, видимо. Так, тут им не нравится, что естественно. Я же могу вот так сделать, он уже не будет плакать. Так, отлично, одно задание мы выполним. У нас еще, кстати, красивые дорожки вот такие появились. Можно их прям в городе как будто заменить. Ну ладно, пока не будем этим заниматься. Ту-т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 у. Ой, что-то я там, ну ладно, больше еды. Это всегда хорошо. Так, давай сделаем. Думаю, этого на время должно хватить. Ну нет. Ну ты серьезно. Колодец не дотягивается. Так, меняем тогда. Плен. Да куда он дотягивается? 500 так делать. Ну ладно, ничего страшного. В этом нет. Абсолютно. Отлично. Ну все, этого должно на время хватить. О, жижа пошла, смотрите. Пошел, пошел откач. Не знаю, зачем она нам нужна, но мы ее добываем. О, у нас еще соколовидня, кстати, появилась. Здесь нужны горожане. У нас почти там забились уже обычные селяне, так что скоро, думаю, начнем. Так, мы можем обменять на муку. Вот, кстати, от муки я бы не отказался. А давай, я от муки не откажусь. Чего отказываться-то, да, от такой вкусности? Так, у нас в пекарнях-то люди-то хоть работают. Понятно. Понятно. У нас, оказывается, все это время в пекарнях люди не работали. Да что игра-то подлагивает сегодня? Я выйду, гляну, что у меня с компом, блин. Как он меня заколебал, вы бы знали.
Так, доход опять просел. Но сейчас у нас будут горожане уже идти, и там доход повысится, естественно. Само собой. Доход у нас с вами вырастет. О, смотри, какой фонтанчик красивый. Прикольно. Ну да, вот эта вот пристройка, вот эта деревянная, блин, не очень красиво смотрится, но ее убрать, к сожалению, нельзя. А другое, ну, ставить не особо хочется. Дерево очень красиво выглядит, как мне кажется. Да. Ну да. Увы. Увы плюс увы. Так, давай овощи. Ну, можно свинину оставить. А тут у нас, кстати, еще назначено. Где у нас тут? Хлеб. Давай свинину. Овощи. Отлично. Так. А, я сказал, что у нас горожане пойдут и новых домиков наставил. Ну, я неплох. У нас очень много денег скопилось. Ну, нормально так. Так, ладно, давайте глянем сначала, что тут. Сколько? О, вот это хорошие деньги. Давай подождем, когда другие сейчас вернутся. Я просто думал купить еще одну территорию. Вот эту. И еще виноградники поставить. 500 монет. Но это уже, конечно, не маленькие деньги. Ну ладно, поставим. И здесь же сделаем еще одни виноградники с вами. Так, что-то некрасиво. Ой, извиняюсь. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Ага. Во. Ну, давай тогда вот так сделаем, не знаю. Во. Так, 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 так. Во, отлично. А здесь потом, не знаю, можно будет какие-нибудь, ну, те же самые причалы поставить, почему нет? Почему бы, собственно, и нет? Так, все везде работает, отлично, задание выполнено. Балдеж, шанс успеха 100%, все выжили. Получаем зерно плюс овощи. Так, а второе задание, когда выполнится? Тут вопрос хороший, однако. Ну, я примерно одинаково их отправлял. Сколько у нас винограда? Оно так быстро добывается, что? Да ладно. Так быстро виноград появляется? Балдеж тогда. Ничего себе. Ну, тогда вообще отлично. Так, он хоть качается тут у нас? Да, кстати, нормально. Я думал, хуже. Лесорубы сообщили, что один из... случайно наступил на фею, бедняжка, что-то там. На 10 дней медленнее деревья растут. Ничего страшного, у нас дерево еще много скопилось. Давайте, кстати, заодно глянем. У нас же появились новые стенки крутые. Я хочу их затестить. О, каменная стена. Баллисты, пушки и мортиры можно разместить на вершине башни. Эти орудия имеют большой радиус поражения, но каждый выстрел стоит... А-а-а, вот зачем я жидкость это. Понятно. Я хотел вот тут вот, вот так вот сделать. Можно даже вот так вот, наверное, сделать. Это стоит денег, и это стоит камня, что логично. Ну пойдет, пойдет, мы поставим, поставим обязательно. А тут доски, да, нужны? Вообще, первостепенно хотелось бы, наверное, все-таки начать здесь оборону делать. Давай-ка мы это все поснесем. Зря я это сделал. Давай начнем это дело ставить. А проход внутри как поставить? А, пока история умалчивает. Вот тут надо будет немножко переделать все. Давай пока так сделаем. Так, зачатки. Ни больше, ни меньше. Будем тестировать все это дело. Что-то больно долго, да? Типы возвращаются. Пойдем-ка задание тогда выполним. Пока не поздно.
А, так вот тут 100%, отлично. Мы сейчас очень много денег залутаем с этого дела. Балдеж! О, не, еще здание появилось. Пофлиртую. Отлично. Так, еще одно задание. Нужны горожане и железо даст. Как... Не, пока не интересует. Сколько тут камня осталось? Меньше половины. Блин, вот, можно было бы просто взять вот так его. Не, снести. Было бы замечательно. А может, кстати, можно, но мне протестить не на чем. Да не, навряд ли можно было бы, странно, на самом деле. Были бы очень-очень странно. Что вот тут сделать? У меня вообще был план здесь вместо вот очередного райончика поставить... Так, зима наступила. Вместо очередного райончика поставить здесь какой-то парк красивый. А, или тот же самый, кстати, лабиринт. У нас же лабиринт появился недавно. О, отлично. У нас наконец-то величие появляется. Во, видите, насколько он огромный? Как вариант, можно было бы вот именно его здесь пахнуть. Чего нет-то? Хотя, с другой стороны, мне сказали в комментах, что не стакается. Красота, как я понял, да? Ну, мы пока не будем заниматься. Надо положить пока камень, это самое. Видите, я все ухожу, ухожу, но вот эту часть никогда не трогаю. Это вот все, блин, вот из-за этой вот фигни. Поэтому и не трогаю. А этот циклоп ушел? Да, ушел, естественно, уже давно. И фавн ушел? И фавн ушел. Ну и фиг с ними. Блин, это надо. Я вот думаю, у нас немножко зерна завалялось. Самую малость. Самую малость что-то зерна завалялось. Может, нам с вами начать... производить еще каких-нибудь свинок? А. Нету, да, у нас свиней. Курочек. Ну, как вариант, можно курочек. Отлично. И тут мне надо все снести и переставить немножко. А внутри, я так понимаю, у меня чё? Все пропадет, да? А! Ошибись. Вот это удобно. Вот это уважаемо. Ой, и тут можно. Блин, как же круто сделано, что можно перетащить. Ничего ломать не надо. Давай сразу займемся, подготовимся к следующей серии. Я займусь тут полноценно чистоколом. Обороной будем заниматься в следующую серию, скорее всего, уже так плотненько-плотненько. А, что тут сделать, пока не знаю, потом придумаю. Так, ивент. Настрою братьев, и мы хотим избавиться от излишков. До этого у нас собственный материал. Недавно к нам заглянула одна весьма любезный волк, который спросил, зачем нам столько домов. Поэтому, поразмыслив, мы решили один снести, а лишние материалы продать. Ха, неплохо. А, каменные блоки? А, нифига себе, вы много просите. Не, спасибо. Спасибо, не интересует меня. Такие уж затраты огромные. Можно, кстати, да, вот так и оставить. То есть я вот это снесу. Вот так вот. Здесь сделаю проход. Здесь еще на один амбар останется. А вот здесь вот мы по линейке проведем с вами оборону. А во ворота. Ну, это все будет уже в следующей серии. Друзья, давайте-ка на этом закончим. Да, сегодня не особо много. Хотя, не, почему немного? Мы много чего сделали, если так подумать. О, фавон. Мы с вами и виноградом занялись. Здесь почти все достроили. Начали добывать вот эту вот жижу. Жижа, жижу. Только тут нету склада. Кстати. Да, это плохо. Нужен склад. И склад, судя по всему, обычно. Давай сделаем. Почему нет? Лишним склад никогда не будет. А, да и так-то нормально, по чуть-чуть развиваем также наш город.
Райончик пристроили целый, банк поставили. Да нормально, да. Я думал, что-то мы мало сделали, задания еще тем более повыполняли. Балдеж, балдеж. В общем, с вами был, как всегда, Зелео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.